26-летний музыкант решил вспомнить, как это – быть малышом. Тимати взял в рот пустышку и улегся рядом с сыном и дочерью. Сегодня рэпер взорвал сеть шуточным снимком. На нем основатель лейбла Black Star расположился на кровати вместе со своими детьми, 5-летней Алисой и 4-месячным Ратмиром. Все трое были укутаны в теплые пледы, причем Тимати выбрал брендовую вещь от Louis Vuitton. У каждого из членов семьи во рту оказалась соска. Рэпер держал пустышку с максимально серьезным лицом. Поклонники по достоинству оценили забавный кадр. Трое из ларца, мужчины всю жизнь остаются детьми, тройное счастье, прокомментировали фанаты. Когда мама психанула, добавил одни из фолловеров, намекая на то, что отца и детей запеленала Анастасия Решетова. Модель действительно приложила руку к созданию снимка. «Этот кадр пополнит мое портфолио великого фотографа», — написала инстадива, разместив изображение у себя в сторис. Первая вице-мисс Россия, 2014, проводит много времени с маленьким наследником. Сегодня Анастасия снова отправилась с Ратмиром на занятия в бассейн, а потом поиграла с сыном в домашней обстановке. Накануне звезда высказалась насчет эпидемии коронавируса. Она уверена, что маска не спасет от заражения. Решетова покормила кошку молоком из детской бутылочки. Модель похвасталась стройной фигурой после родов.